А на севере в Якутии в предновогодние дни бушевала пурга. Точно решила устроить экзамен оленеводам. Почти 30 лет неподалеку от полюса холода пасет своих оленей Василий Николаевич Никитин. 30 лет ордена Ленина и Красного Знамени украсили грудь оленевода. Сколько раз за эти годы обошел он со стадом родные Сыкырырские горы. Нынче особенно удачно. Такого прироста молодняка, такой сохранности стада раньше не было. Успех рождает удовлетворение. Удовлетворение рождает праздник.